Власти Швеции официально признали Палестину государством. Министр иностранных дел страны заявил, что этот шаг поможет активизировать израильско-палестинские мирные переговоры. Сегодня правительство Швеции решило признать государство Палестина. Мы считаем, что делаем это в соответствии с критериями международного права. Есть территория, есть население и есть правительство. Глава МИД Швеции сказала, что данное решение направлено на поддержку умеренных палестинцев. По ее мнению, теперь их статус во время мирных переговоров с Израилем повысится. Это также даст надежду молодежи обеих сторон на жизнь без военных действий. За 6 лет мы видели 3 войны в Газе. Мы также видели радикализацию молодежи, у которой только 2 пути. Либо принять ситуацию такой, какая она есть, либо перейти к насильственным методам. Поэтому мы считаем, что поддерживаем мирный процесс и переговоры. Президент Палестины приветствовал решение Швеции, однако со стороны Израиля и США поступила резкая критика. По мнению главы МИД Израиля, такой шаг шведских властей только усилит экстремистов, которые не хотят признавать еврейское государство. Израильское правительство уже отозвало своего посла из Стокгольма. Многие западные страны до сих пор не признали палестинскую государственность. Таким образом, Швеция стала первой крупной европейской страной, которая это сделала.